21 января 24 года. У нас снежок, у нас отличная температура воздуха, минус 3, минус 4. Мы начали подготовку к клубничному сезону. Начинаем зачищать наши уже грядки. От старого листа, от сорняка, который тут в междурядьях. Вот, вычищаем все. Ну, вот так вот убираем, чтобы вот одна такая вот, один такой вот молодой листочек только оставался. Все остальное убираем, чтобы все было у нас чисто. Так как у нас сейчас погода нестабильная после очистки. А, ну, мы зачищать-то начали уже, сколько? Третий день сегодня получается. Прошлые дни у нас были очень теплые, было до плюс 12. Поэтому мы здесь обработали после зачистки листа орданом. Ордан я уже рассказывала, как разводить, повторяться не буду. После того, как мы его обработали, муж прикрыл, потому что здесь листик все-таки сохраняет кустик, старый листик, а здесь он уже голенький, поэтому надо его сейчас укрыть. Тем более, видите, какая у нас нестабильная погода. Вот. Ну и, естественно, та первая теплица у нас подключена к отоплению. Эта теплица у нас тоже подключена к отоплению. Сейчас муж будет раскидывать рукава. Вот у нас выведена труба для этих целей. И в той теплице он уже раскинул. Я сейчас вам покажу, как работает у нас котел. Эта теплица у нас уже зачищена полностью. Точно так же полностью она обработана. И вот, смотрите, вот такие вот идут рукава. Муж только сейчас вот подключил котел. Вот, они начали надуваться теплым воздухом. Лежат они в междуряде на тропинке. И по всему периметру идет теплый воздух. Это 42-е волокно. Накрыли. Вот такая вот у нас штука для этих целей. Ну, побоялись, потому что температура у нас ночью может до минус 10 и ниже опускаться. Поэтому вот так у нас сейчас выглядят теплицы. Ну вот, собственно говоря, и наш пеллетный котел, который обогревает вот эту нашу теплицу. И подземными трубами канализационными обычными подведены вот к этой теплице и к этой. И, как я вам показывала, раскинуты рукава между рядками. И здесь точно так же сделаем. Ну, собственно говоря, как и везде. Везде будут отапливать рукава от одного вот этого котла. Это голубичная наша территория. Сюда мы перевозим уже трехлетние саженцы, высаженные, которые были в 10-15 литров. Какие-то еще стоят вот на доращивании, какие-то уже готовые саженцы, естественно, вот мы их выбираем. Домой перевозим в Ставрополь с села. Из дома уже я пакую вам посылочки и отправляю. Вот они зимуют, наши молодцы, в таком образе. Вот в таком виде. Вот это вот наш блюкропчик. Блюкропчик этот необычный, с американского черенка сделанный. Совершенно другая ягода, хочу вам сказать. Это дюки. Готовятся у нас к следующим сезонам. Будут расти, доращиваться уже. Вот та вот часть немножечко осталась трехлетнего, все. Здесь остальные у нас граждане сидят на доращивании. И вот эта территория мне предстоит на обрезку. Придет сейчас мое время, февраль месяц, буду заготавливать череночки. Убирать, чистить, готовить. Вот этот ряд мы подготовили под будущую посадку. Как только будет благоприятная погода, выйдем, будем высаживать новые сорта. Калипсо, Мегас Блю. Вот очень хотим, очень интересно попробовать эти сорта. Вот они у нас двухлетние. Соответственно, ну, там сигналки какие-то будут, но на следующий год только мы посмотрим. Здесь у нас еще сорнячок есть. Это по весне мы все уберем, зачистим. Вот такая у нас сейчас снежная погода. Первый день. Вот они, почки. Ну, лохматые, конечно. Все приводить в порядок. Вот такие дела у нас на голубике, друзья. Как видите, ничего не укрыто.
Никаким образом я вас не обманываю. Напомню, 21 января 2024 года. На улице мороза у нас сейчас сильного нету, минус 3 где-то. Вот, но ничего не укрыто. Даже если будет сильный мороз, мы это количество никоим образом не успеем укрыть. Да и нечем. И унести мы их, соответственно, тоже никуда не можем. Они примерзли. Да и они просто неотнимаемые от земли. И куда? Куда это все уносить, куда это все прятать? Это без вариантов. Поэтому все у нас зимует вот так. Точно так же зимуют и годовалые кустики наши на другом участке. Вот, это пересаженные были осенью двухлетки, которые будут идти уже сейчас на третий год. Вот они. А эти вот дружочки, остатки, которые у нас годовалые. Вот они. Вот они все зимуют на открытом пространстве под снегом. Вот в полуторалитровых горшочках наши саженцы сидят. И там, на том тоже поле также. Все сидят, голубчики.